Скажите, пожалуйста, а вот если дневной сон у ребенка, он длинный, вот ребенок заснул и не проснулся как бы вовремя, его стоит будить? Это зависит от того, как этот ребенок потом ведет себя ночью. Если ребенок хорошо спит днем и хорошо спит ночью, так ради бога, пусть спит и днем, и ночью. Но если ребенок, переспав днем, плохо спит ночью, то надо не бояться его разбудить. Это совершенно однозначно. Я просто хотел бы еще добавить, что здесь сплошь рядом есть такая проблема, что когда мама не выспится ночью, а ребенок долго спит днем, то что делает мама? Спит рядом с ним. А потом они оба выспавшиеся и ночью готовые гулять, а папа гулять не собирается, папа хочет спать, и кончается это тем, что папа идет гулять в другое место, что принципиально неверно. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.